Свиная голова. Язык, да? Ого, костяшка. Щечина. Давай. Да, на. Ту пополам и ту пополам, да. Так, вес свиной головы тазик оттаренный 14340. Я думал, тяжелее будет. Ну вот, начинаем зашивать стены на нашем сарае 16х8. Сарай для свиней 16х8. Ширина 8, длина 16. И значит, что мы здесь делаем? Обшиваем профлистом. Под профлист вот такой вот утеплитель. И профлист с той стороны. А с внутренней стороны будем ставить сюда, вставлять пенопласт на ширину бруса 10 сантиметров. И также само такой же утеплитель на пенопласт и опять металлом внутри. Всем привет. Всем привет, Бодя говорит. Все, конечно, хорошо и все красиво. Единственное, что мне не нравится, не сходятся кирпичики по швам. Если вот ложить, допустим, да, вот эти вот швы не сходятся. Надо или выше поднимать, или ниже опускать, то есть обрезать. А у меня листы по 2 сантиметра, по 2 метра, мне как бы не очень удобно. Ну, решил ничего не делать, не выдумывать, так и буду делать, оно сильно там роли не играет. Это же не кафе в центре Киева, это сарай для свиней пойдет. И вот сюда буду вставлять пенопласт. Двоечку, 2 сантиметра. Ну, чтобы теплее было, чтобы не промерзала сама колонна. Это первое, что мы сделаем. Сюда вот пенопласт. И так же самое сюда. Вот тут я сделал столбик 80х80, а брус 100 мм. И эти 2 сантиметра пенопластом утеплять. И будет бомба-пушка. Просто здесь, когда я... Ну, тут получается в начале опора и в конце опоры. Я потом вставлю под профлист пенопласт. А в этих местах, где центральные колонны, там я буду уже делать тут, налаживать и сразу зашивать. Вот сюда ложить пенопласт и зашивать. То есть как-то так. Что, Бада? Ничего. Вот так разматываю, вырезаю сколько мне надо, померил, и таким образом делаем. Богдан обдирает пленку,
покажи, будь, как ты обдираешь пленку. Пленка обдирается очень плохо. Да, сильно такая приклеенная, или что давно лежит. Ну, короче, мудак не. Вот это Богдан обдирает пленку, еще у нас сосед пришел. Тоже немного помогает обдирать пленку. Ну, сейчас он ушел, сейчас опять придет. То есть вот так. Тут я беру профлист уже обдертый, или вот тут, без пленки. И зашиваю. Само по себе так выходит неплохо, но единственное, швы не сходятся, сами кирпичики. Ну, я думаю, роль особо оно не сыграет. Решили сразу зашивать и окна, а окна я потом выпилю маленькой болгарочкой изнутри сарая. Тут сразу внутри выпили, вот здесь окно, а тут довырезаю снаружи. Вот так. Как-то так. И будет сарай готов. Почти что. Вот, то же самое. Котя, ну давай камеру. Пока. То же самое. Не сходятся швы. Вот. И так не сходятся. И если даже перевернуть. Вот так. Все равно не сходится. Все равно, да, не сходится. Надо вот, допустим, выше поднять хотя бы. Вот, вот так. Тогда сантиметр надо срезать сверху. Вот, оно так сходится, но сантиметр надо будет срезать. На бок. Будем, короче, думать, ну что так не сходится. Будем думать, что делать. Даже ничего не делать, что делать. Вот так вот. Да, а так бы, конечно. Пушка. Ну да. Ну срезать опять же тут грамм. И так нормально, то для свиней. Ну да. А на кафе в Киеве. На кафе в Киеве, совершенно верно. Ну вот так, друзья. Также подписывайтесь в комментариях, ссылка на Богдана канал. Там наш семейный видосик. И также, кому надо хряк, Яша, породы дюрок, продаю Яшу породы дюрок, кому надо. Там він на каналі розказав, який він, так що переходьте, да, туди. Ну, рішив продати, думаю, хватить. Ось такі я взяв саморези для профліста. Ну, пойдуть. Ой, а що я? Тут же я біту поламав. Біту треба міняти. Зараз біту. Вот так, друзья, ну и выходит все. Окна, сами окна внутри выпили маленькой болгарочкой. Вот, вот так. Пшк, пшк. И я где по уголкам, тут чуть-чуть останется, снаружи дорежу. И на той стороне, а той. Ну, так само, да, и тут так само. Здесь так само сделаем. Ну и везде так повырезаем, а потом уже будет что-то понятно уже, где будет. Ну и там сделаю два окна в торце. То есть пока я занимаюсь, сегодня праздник у нас всех с праздником. Занимаемся с Богданом. Ну, начал крутить профлист потихоньку, пробовать. Сейчас начал крутить, поменялось, сломалась бита. Сильно, наверное, перекаленная. Ну, сейчас сробим. Биту сейчас поменяю, да. И брус, который идет наверх, вот в эти места, тоже решили на потом. Чуть позже сделаю и поставлю опоры, все-таки я подумал, напротив бруса, потому что на брус будет идти опирание, и поставлю опоры напротив бруса, вертикально под брусом. А там дальше чуть клетку доделаю потом, решил так. И мне удобно сделать... Зашить, допустим, стены, укрыть крышу, а потом аж только заливать бетон внутри. Чтобы бетон не резко сох, не высыхал на солнце,
а медленно под накрытием уже, чтобы прямое солнце на бетон не попадало. И мне проще заливать каждую клеточку отдельно, то есть кусками. Не так, что коржом залил, потом надо разрезать бетон, делать термошвы, чтобы нездоровые куски бетона были, нездоровые коржики. А так у меня каждая клетка индивидуально будет заливаться. Ну, я решил так, а там будет видно. Надо уже в сарае косить траву. Бурьян сильно поднялся. Бурьян слишком поднялся. Да. Ну, такие, друзья, дела. Также сейчас покажу. Также сейчас покажу вам. Ну, вот так будет. Да, в принципе, это нормально, но единственное, что... Просто шов сходится. Да, сам шов кирпича не сходится. Ну, пойдет, я думаю. Я кажу. На кафе в Киеве. Да. Сейчас вам покажу хряка Яшу. Хороший. Кому интересно. Ну, такой килограмм 100, 180, ну как, на. Переходьте на мій канал, папа там розказав, який він там, все, він розказує про Яшу, щоб ви думали, який він, який. Заходьте на канал, подивитесь і все побачите. Яша. Здоровий, так і що. Да. Я його не розкармлю, щоб він не сильно... Здоровый, да. Хороший, нормальный дюрок. Молодой хряк, годик. Рабочий. Рабочий хряк, да. Работает хорошо. Спокойно. Да. Да не, наверное, нету 180, меньше. Ну, эксперт, хай. Комментарий. Работает шустро. Та не, не сильно большой. Ну, ты, ну, 12, ну, я уступлю, может, и за 10 отдам. Может. Так что, кому надо, обращайтесь, звоните или пишите в комментариях, свяжемся, или, кому надо. Или звонить. Ну, да. Да, килограмм 160-107. А нормальный. Ну, сказать, больше 150. Маленький. Не, не маленький. Давно не гулял. Хороший, да? Вот и все, и назад пошел. Вот, видите, какой послушный хряк. Прошелся. Да, Яшка? Сейчас ему насыплю. А ну держи. Держу. Вот так я под два ковшика Яши утром и вечером. Ну, сейчас просто дам, что выпускал, зашел сам. И груши домой. Да. Ну а так, друзья, кому надо, обращайтесь. Яшу отдам в хорошие руки. Да, Борька? Как-то так. Отдашь Яшу в хорошую руку? Давай, ну, лапку давай. Лапы и крылья стали крепиться. И как говорит мой тесть, шашлык – дело добровольное. Красиво жить не запретишь. Это каждый раз, когда я надумаю жарить шашлык, он мне все время так говорит. Каждый раз. Сколько уже лет? Боря, тебе нельзя. Текай, кай, кай, кай. Так что по шабашу можно и шашлычок. Я считаю, после стройки сарая можно и шашель. Шашель и башель. Мяса немного, но тем не менее, как говорится, рады тому, что есть. Кораблик наш работает хорошо, мангальчик.
в виде кораблика или катерка. Прекрасно. Сергей Ховрат когда-то мне доказывал, что высота должна быть не более 12 или 14 сантиметров. Ну вот, Сергей Ховрат, так и есть. Чем ниже, тем лучше. А тот мангал у меня, ну мой старый, он сильно высокий. Сюда много дров надо. Ну конечно, если дров набросаешь, сильно много дров, тогда нормально. А так сильно высокий получается. Тут сантиметров 30-25. А тут нормально. А тут как раз хорошо. И не много расстояния от жара. И не мало. Вот так, не спеша. Переверну, чтобы не горело. Так. Так, что это у нас за открытый очаг огня? Притушить чуть-чуть. Маленько. Чтоб не горело. Мясо, как обычно, у нас внутренняя вырезка и кусочек еще там был, не знаю откуда, шматочек. Вот так и живем, можно сказать. Батарея на камере садится, поэтому весь процесс жарки шашлыка не сниму. Ну, грубо говоря, сейчас там плюс-минус несколько секунд и камера сядет у нас. Батарея севшая. Видео сегодня снимал и не зарядила. И мангал, короче, получается этот поздний. То есть вот сейчас жар пройдет сейчас минут, не знаю, 15. И начнет жар разгораться сильно-сильно. А тот мангал у меня ранний, сразу жар сильно температуру держит и начинает стухать. А этот наоборот, сначала типа вот как сейчас такой стухший, и сейчас начнет набирать больше. Не знаю, в чем это связано. Ну, мангал хороший. Я довольный. И катерёжечка такая тут. Вот так можно поправить. А то мне все говорили, это что у тебя мангала нема, сварщик. Ну вот, пожалуйста. Thank you.